Участникам московского международного марафона предстоит пробежать 42 километра по улицам города. Для большинства, конечно, счастьем будет просто закончить эту дистанцию. Однако и для этого нужно тренироваться. Ну а уж если вы планируете выиграть, то прибежать на финиш нужно за 2 часа 25 минут. Так выглядит вулканический пепел, из-за которого отменяются авиарейсы и сгорают путевки. На вид он выглядит как цемент с вкраплением более крупных частиц. Во время извержения вулкана тонны этого вещества выбрасываются высоко в воздух, создавая смертельную опасность для пролетающих мимо самолетов, потому что даже если немного пепла попадет в авиадвигатели, они могут заглохнуть прямо в полете. Новые российские нормативы ГТО легче, чем в СССР. Говорят, что за последние 30 лет среднестатистический россиянин стал слабее, и советские нормы ему просто не по плечу. Тем не менее, если вы планируете быть готовыми к труду и обороне, то стоит серьезно отнестись к тренировкам.